«Вятские старости». Новости из газет минувших столетий озвучивают не профессиональные дикторы, а представители власти, политики и бизнесмены. «Вятские старости». В наши дни практически у каждого есть не только стационарный телефон, но и сотовый. Мобильная связь уверенно вошла в нашу жизнь. 100 лет назад, естественно, все было иначе. В газете «Вятская речь» опубликована статья под названием «Телефонные спекуляции». Читает директор кировского филиала компании «Вымпелком Билайн» Роман Сандалов. Как известно, городской телефон не имеет возможности удовлетворить всего наличного на него спроса, благодаря чему до 50 требований уже теперь остаются неудовлетворенными. На почве неспособности телефонной станции удовлетворить всех желающих в Вятке возник даже особый вид телефонной спекуляции. Среди старых абонентов находятся люди, готовые за определенную мзду переуступить свой телефон желающим. Установилась даже рыночная цена на такие передачи – 300 рублей. «Вятские старости». Новости из прошлых столетий.